Здравствуйте, уважаемые друзья! Надеюсь, что на ваших дачах тоже поспели кабачки. Кабачков зреет настолько много, что даже не знаешь, куда их девать и что с ними делать. И запеканки, и оладьи. И еще их можно солить и мариновать. Сегодня я предлагаю вам сделать малосольные кабачки. Готовы они через сутки, а вкус у них потрясающий, вкуснее, чем огурчики. За уши просто не оттянешь. Также это прекрасная закуска, например, к шашлычку, к мясу, да и просто к картошке. Обрезаем зад и перед, взвешиваем, нарезаем кабачки кольцами по 2 сантиметра. А теперь в подготовленный пакет складываем лист смородины, кабачки. Большие кольца я порезала пополам. Конечно, желательно использовать прям вот такие колечки, даже может быть меньше. Сюда же выдавливаем чесночок. На чесночнице можно просто мелко его покрошить, но так аромат раскроется наиболее сильно. Укроп рвем руками, либо же нарезаем кусочками по 3-5 сантиметров. Добавляем 1 столовую ложку соли без верха на 1 килограмм почищенных кабачков и 1 чайную ложку сахара. Это уже сверху. Держим пакет за края, пока не завязываем, просто очень плотно держим. И начинаем трясти, так чтобы вся зелень и соль и сахар распространились по пакету. Поэтому пакет лучше взять побольше, а можно норму разделить на 2 пакета, сделать по полкилограмма. Кабачки дали сок, и все перемешалось. И вот теперь стараемся по максимуму выпустить воздух и завязать потуже. Ставим в холодильник, как я уже сказала, в посудину. И оставляем ровно на сутки. Через сутки потрясающие, вкусные, хрустящие, малосольные кабачки готовы к употреблению. Обязательно приготовьте, и вы не пожалеете. Вам очень понравится. Приятного аппетита!